Индекс качества. Новое качество жизни. Эхо технологий. Жизнь в большом городе, постоянные стрессы, пробки, машины и плохая экология. Можно ли с этим согласиться? Да, если поселиться в самом густонаселенном районе. Если же вам важна близость центра, но при этом вы не готовы жертвовать комфортом, выбирайте малоэтажное жилье. Уютный малоэтажный дом рядом с набережной Вятки – оптимальный вариант для тех, кто ценит качество жизни и гармонию. Это проект в Слободе Лосева 13 от компании «Стен». Рядом микрорайон «Солнечный берег» с развитой инфраструктурой, школы и детские сады, все необходимые магазины. Рядом улица Ленина, одна из самых обеспеченных в городе общественным транспортом. Совсем близко поликлиники и больницы. А еще рядом набережная Вятки, на которую попадаешь через калитку прямо с придомовой территории. Это прекрасная возможность для занятий спортом и прогулок в любое время года. Частично огороженная территория – гарантия того, что ваши дети безопасно проводят время во дворе. Чистый воздух в сравнении с другими микрорайонами города. И достаточно мест для парковки автомобиля благодаря малоэтажной застройке по соседству. Лучше всего этот проект характеризует слоган «Вблизи от центра, вдали от суеты», рассказывает коммерческий директор компании «Стен» Александр Дмитриев. Я коммерческий директор компании «Стен» Александр Дмитриев. Рад представить кировчанам наш новый проект. Четырехэтажный малоквартирный жилой дом на улице Ленина в районе Солнечного берега готовится к сдаче и ждет своих жильцов. Лосева 13 – это пешеходная доступность до набережной Солнечного берега. Это остановка общественного транспорта прямо у дома. Это кирпичное исполнение и великолепный внешний вид дома. Лосева 13 – это квартиры с индивидуальной системой отопления. Это квартиры, в которых хочется жить. По словам Александра Дмитриева, индивидуальное газовое отопление в квартирах позволит не только самостоятельно регулировать температуру, но и существенно сэкономить на коммунальных расходах. В доме на Лосева 13 будет всего 28 квартир, и это очень удобно, если вы мечтаете подружиться с соседями. Тем более, что общая придомовая территория к этому располагает. Там появятся детская и спортивная площадки, уютные зеленые зоны для отдыха. А для оформления подъездов разработан авторский дизайн-проект. Еще одна авторская необычная деталь – цветники на окнах и кованое ограждение на фасаде дома. Получить ключи от новых квартир новоселы смогут уже в ноябре этого года. Застройщик объекта ООО «СЗК «Стен». Проектная декларация размещена на сайте stenkirov.ru. Новое качество жизни. Индекс качества.